В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ состоялась интеллектуальная игра «Телемост». В нее сыграли студенты Казанского университета и Кыргызско-Российского славянского университета имени Бориса Ельцина. Сотрудничество с этим университетом продолжается уже на протяжении 3 лет. В декабре 2015 года мы открыли на базе факультета международных отношений КРСУ один из центров Института Каюма Насыри. То есть мы открыли этот центр для продвижения татарского языка и татарской культуры в Кыргызской республике, в Бишкеке. За время сотрудничества неоднократно проводились занятия, видеоконференции, лекции, а потом пришла идея включить в процесс общения студентов. Так была организована игра «Телемост», которая проходила на английском языке. Эта игра была специально предназначена для тех, кто изучает английский язык, кто изучает и совершенствует его. И эта игра способствует тому, чтобы студенты могли продемонстрировать свои умения. Вопросы были из различных областей на логику, на знание географии, истории, литературы. Студенты демонстрировали свое умение выражать мысли, аргументировать, рассуждать. Анна Глазунова, Дмитрий Варламов, Универньюз.